Ну что ж, всех поздравляю с закрытием периода. Закрытие периода было сложноватым для нас в этом каталоге. Никто, наверное, думаю, не будет отрицать, потому что сентябрь, и сентябрь он всегда такой. И в прошлом году, и в позапрошлом году был, да, то есть тут, конечно, не надо ни в чем себя винить, ничего, но на самом деле сложновато было подтверждение. Вот, но также вот у нас, допустим, Елена Лебедева, 200 баллов, по-моему, прироста она сделала на своих 12%, ждем Леночку на 15%, да, Лен, напиши, сколько у тебя прирост, да, то есть есть люди, которые приросли, которым все нипочем, которые, да, не переживают, 222 балла, да, ну вот давайте поздравим нашу звезду, и честное слово, таких людей в моей личной группе очень много, кто подрос, вот, и вы знаете, просто человек просто работал, просто человек работает, да, Олечка приросла, умницы, умницы, поэтому прирост в нашей структуре все-таки есть. Новые звания открылись, старший директор открылся, два директора получили премии свои, 55 тысяч, да, русских рублей, один директор с Белоруссии, 1450 белорусских рублей, единовременной премии получили, поэтому все здорово, все классно. Добрый вечер, Андрюша. Вот, поэтому все молодцы, справились на ура, браво, кто в сложный каталог руки не опустил, сделал прирост, двойной низкий поклон вам, потому что наш проект вами, конечно же, гордится, очень-очень гордится, потому что очень важно, несмотря ни на что, расти, и это только настоящий лидер может сделать. Так что ура-ура! Итак, у нас с вами сегодня начался 14-й каталог. Да, то есть он будет действовать с 18.09 по 01.10. Он длится всего лишь 2 недельки. Это значит, чтобы по истечению данного каталога у нас не было много людей, которые теряют свои подарки, дабы не знают действия периода, несколько раз всех оповестить. Прям несколько раз, и это наша с вами обязанность как лидеров, как людей, которых мы привели, это наша с вами ответственность. Прошу ее взять на себя. Да, у нас с вами появилось два новых двухнедельных периода, да, то есть появилось две выплаты в год лишних, ну, я, конечно, рада этим выплатам в год лишним, вот, конечно же, да, у кого зарплаты там больше 30 тысяч, да, это уже лишние 60 тысяч в год люди получают, да, а делать нужно то же самое. Поэтому, конечно же, всем растущим огромный привет, всем, кто понимает серьезность двухнедельного каталога и возможность получить пару лишних выплат, тоже умнички, и поехалите с вами далее. Ну, во-первых, разрешите представиться, меня зовут Кононова Аня, мы в открытом звании международных директоров, подтвержденные старшие директора на проекте, мы скоро 2 года, в ноябре будет 2 года, в конце ноября. Вот. Работаем мы вдвоем с мужем, да, каталог у нас номер 14, следующий каталог будет 3 недели, потом будет 2, потом 3, потом 2, и новогодний каталог будет 3 недели, да, то есть вот так вот. Да, 3 года скоро буду в компании, вот. Ну и, конечно же, поздравляем нас всех с юбилеем компании Faberlic. Faberlic исполняется 20 лет, вот, это просто здорово, это просто классно. Компания Faberlic не только официально, легально, надежно, а компания Faberlic не распадается. Все вы знаете, что вот кто в интернете работает особенно давно, да, вот хотя бы 3 года назад пришел, уже десятки компаний потерпели крах, а Faberlic расцветает. Faberlic более чем надежный, открывает новые фабрики, да, сотрудничает с известными модельерами, с известными людьми, которые создают парфюмы, да, Дельфин Любой и так далее, с известными модельерами, приобрел компанию Флоранс, что вообще круто, там обалденно качественно, классное нижнее белье, и не только белье, сумочки, шарфики, да, то есть приобрел компанию Денос, то есть произошло слияние компании Денос с компанией Faberlic, теперь мы можем даже медиками сами для себя становиться, да. Вот, поэтому ассортимент только расширяется, и это круто. С этого периода стартовали продажи для
беременных женщин и для новорожденных деток. Да, все заметили, поставьте плюсики. И еще одна новая коллекция. А в следующем каталоге будет коллекция от знаменитого человека Рогов. Рогов забыла. Это модельер. Модельер тоже. Да, и имиджмейкер. Да, то есть это тоже вау-вау-вау. Да, то есть вот. Что такое компания Faberlic? Она начинала свое сотрудничество, как вы поняли, 20 лет назад. На данный момент это 19 выплат в год. Стилист, Дашенька, спасибо. Крутится на языке, забыла, думаю, боже ты мой, читала только что, да. Это 15 коллекций модной одежды в год выпускается. Это более 700 новинок в год вообще в целом выпускается компанией Faberlic, помимо одежды, да. Мы все знаем, что у нас с вами в этом году просто обалденный переворот был, да, в компании Faberlic. Просто компания Faberlic держит руку на пульсе, моды, мода, новинки. Даже мои любимые кисти для макияжа появились. Скажу честно, качество нормальное у этих кистей, пользоваться можно. Мне понравилось, да, то есть одежда тоже как бы была от Ахмадулиной, была от Юдашкина, теперь от Рогова ждем, да, коллекцию. Ну, круто, круто, низкий поклон компании Faberlic за то, что она не стоит на месте, за то, что мы не успеваем распробовать одно, она уже выпускает другое, за то, что она полюбившиеся нами продукты усовершенствует и выпускает их еще более эффективными и более качественными. И, конечно же, раз каталог двухнедельный, компания Faberlic для нас сделала просто шикарнейшую поддержку. Я была в шоке, я 5 раз перечитала. Это не все, что вы сейчас видите на слайде, да, то есть это не все. Я сейчас вам скину ссылочку полной версии, да, то есть акция «Сезон рекордов». Скину ссылочку полной версии с сайта Faberlic. Это я просто, честно скажу, я была в шоке. Самое главное, что... Ой, так, минутку, не скопировалась. Так, самое главное, что мы с вами сейчас можем просто горы свернуть и сделать прирост из двухнедельного каталога только потому, что компания, ну, грубо говоря, задаривает, закидывает деньгами, закидывает подарками. И в этом каталоге подарок новичок получает сразу, а не на следующий период, да? Я думаю, все вы видели, но сейчас мы с вами об этом поговорим. Это тоже круто, да? То есть вообще ни одного каталога без подарка, это... Я не знаю, это мне не космос, вот честное слово, я в шоке. Я изучала акции на этот период, это просто невероятно огромное количество всех акций. Конечно же, если мы с вами их изучим и применим, я уверена, что директоров откроется много, поэтому, да, давайте будем слушать внимательно. Сегодня вебинар был длинный, я вас сразу предупреждаю, больше часа, вот, поэтому я буду тараторить, говорить, прошу задавать вопросы. Вот, во вкладку «Вопросы», потому что чат я читать не буду, иначе мы осядем тут часа на два. Поэтому давайте все вперед, прошу на меня не обижаться. Итак, значит, акция «Сезон рекордов» она называется, да? Спросите всех своих новичков, а вы участвуете в акции «Сезон рекордов»? Просто спросите, и новички начнут спрашивать, что это за акция, потому что не все ходят на вебинары, не все следят за этим, но вы должны понимать, да, если ваши новички зарегистрируют 5 новичков, и эти 5 новичков выполнят первый шаг стартовой программы, ваши же новички получают, так, 1500 рублей. Да, на свой счет, и этими деньгами они могут рассчитываться за свои заказы. И идет 100% списание объемной скидки. Не успеваем. Самое главное в этой акции – это то, что регистрации должны быть в первую линию. Мы с вами, продавцов-покупателей, регистрируем под себя в первую линию. И теперь вам стимул. Да, если вы, к примеру, зарегистрировали человека, и он у вас активировался, и оплатил заказ до конца каталога, вам пришла денежка на счет Faberlic. И эти денежки вы уже можете начинать тратить со следующего каталога. Да, что это значит? Это акция для всех, неважно в каком вы статусе. Вы элита, вы директор, вы рубиновый директор, да, вы новичок, который зарегистрирован вчера. Новички, которые придут на следующий период, без разницы, участвуют все.
Поняли? Вообще все, да, то есть, но деньги дарятся только за регистрацию в первую линию. Но у нас с вами веточное построение, и вы знаете, что если вы будете регистрировать в глубину, то вы будете дарить эти деньги своим людям, да, своим новичкам, которые стартуют в бизнесе. Если вы будете рекрутировать людей под себя в первую линию продавцов, покупателей и четвертый вариант, то вы должны понимать сейчас, что вы будете щедро одарены деньгами, да, то есть вы ими можете распоряжаться этой акцией как хотите, как удобно вам, да, и это тоже классно, у нас с вами есть выбор. Далее, VIP-регистрации считаются, дорогие VIP-консультанты, да, то есть у нас есть в компании VIP-распределение, если вы делаете ЛО 100 баллов и прошли тренинг, и поставили галочку в разделе настройки, что я хочу получать контакты, вот эти контакты, которые под вас зарегистрирует компания по ВИПу, они тоже участвуют, если сделают первый шаг стартовой программы, да, вот тоже ВИПы участвуют, да, и участвовать могут люди, которые зарегистрированы за все время акции, даже если они пришли в последний каталог и привели там 5 человек, то есть вы зарегистрировали одного человека, который выполнил ваш первый шаг стартовой программы, да, вот, он у вас выполнил, и он вам приносит, да, если это один человек, это 150 рублей, да, вам компания дарит, он вам принес 150 рублей. В следующем периоде всех, кого он приводит, он уже себе или своим новичкам вглубь дарит деньги, да. То есть один новичок с пройденным шагом стартовой программы вашей первой линии – это 150 рублей, два новичка – это 400 рублей, три новичка – это 750 рублей, четыре новичка, да, – это 1000 рублей, пять новичков – это 1500 рублей, 10 новичков – это 3000 рублей. Компания дарит деньги за то, что вы получаете свою объемную скидку, за то, что вы получаете подарки по программе «Фаберлик Клуб», и еще и дарятся деньги. Вы представляете масштаб этой акции? Если вы все правильно преподнесете, это просто бомба. Конечно, конечно, это просто бомба, и ну, это невероятно круто. Всем ли все понятно? Прошу задать вопросы. И не забывайте, что я вам, так, 3 человека еще присоединилась, да, я вам скинула акцию. Да, то есть вот она акция. Там же есть акция для золотых директоров внизу. Обратите внимание, да, что с уровня золотого директора, чем больше у золотого директора победителей в команде, тем больше шанс выиграть поездку. Да, вот, выиграть поездку, и 200 человек, считайте, 200 золотых директоров поедут в горы, да, это тоже круто. Деньги за каждого неприведенного, а за каждого человека, который забрал в подарок порошок. Вот ваш человек забрал подарок в порошок, ему порошок, вам 150 рублей. Если 5 человек забрали у вас порошки, оплатили заказ до конца каталога, да, им 5 порошков, а вам 1500 рублей. Поняли? Поставьте плюсики. Доступе отказано? Так, нужно применить Россию, тогда будет открыто. Акция действует для всех стран абсолютно, только в каждой стране, там, да, Казахстан тенге, Украина гривны и так далее, и так далее. У кого в доступе отказано, примените флаг России, ой, не флаг России, а вот в верхнем левом углу Россию сделайте, и вы увидите. Или вы можете увидеть на своем сайте эту акцию, на своем сайте своей страны, да, то есть просто нажмите «Все новости», и вы во всех новостях увидите эту акцию, полистайте ее, она не в первых уже рядах, потому что там обновление пошло. Да, для ромашки получается, Зоя правильно поняла, поэтому вы можете дарить деньги в глубину своим людям, или вы можете, да, то есть, ну, в принципе, мы и до этого регистрировали продавцов-покупателей, то под себя, то под последнего в веточке, да, то под себя, то под последнего в веточке. Кто не понимает правила построения, как раз завтра они будут идти у нас. Да, еще не знаем, утром или вечером, но объявление мы вечером дадим в чат, и вы будете знать, во сколько завтра будут правила построения. Или в 13:00 по Москве, или в 19:00 по Москве. Поэтому приходите, разбирайтесь. Спикеры у нас добрые, хорошие, все объяснят. Как вам акция? Как вам акция? Тишина? Задержка? Супер, супер, да?
Дерзайте, рассказывайте. Вы просто не понимаете, что вы потеряете, если вы это все проморгаете. А, забыла еще, знаете, что сказать. Это акция с 14 по 17 периоды, да, то есть с 18 сентября по 26 ноября. Она будет длиться 3 каталога, 14, 15, 16, 17, 4 каталога, простите. 4 каталога, это... Вот не знаю, 17-й включительно или нет, по 26 ноября, значит, включительно. Да, вот бомба, круто, супер, вот понимаете, даже вот слов-то на такую акцию не найти, это невероятно круто, это здорово, да, то есть вы можете дарить своим новичкам деньги, да, вот. Мы строим структуру веточкой, да, мы строим структуру веточкой, Зоя, но это же здорово, дарить своим новичкам деньги. Это же здорово. Да, вы зарегистрировали под человека, да? Он сделал, да, первый, второй вариант можете под себя. Он сделал заказ, вы ему пишите, вот под тобой есть новичок, тебе за него 150 рублей начислили. Ты знаешь, что ты в акции участвуешь? Да, то есть вот таким вот образом, да? Вот, далее, тут, конечно, пока акция можно и ромашки, но вы должны понимать, что если вы открываете 40 веток за эти каталоги, да, ширина тоже нужна, но как вы потом будете всем помогать, как бы все не разбежались, поэтому будьте осторожными, да, потому что вы же еще получаете объемную скидку и стабильность структуры, все-таки стабильность, глубина – это наша стабильность, ширина – это наши выплаты, да, то есть, вот. Итак, что же получают наши новички, которые ни разу с момента регистрации не делали заказов, даже если пришли к нам 3 периода подряд? Что они получают, да? То есть с 18 сентября по 1 октября они оформляют у нас с вами заказ. Россия 1199 рублей, Украина 359 гривен, Казахстан 5999 тенге, Беларусь 35 белорусских рублей, и Молдова 359 лей. Да, все это в ценах каталога указано. После регистрации сумма будет на 20% меньше, но в сумму подарка не входят сервисные сборы и сборы за доставку. Да, вот. Заказ, да, единовременный. И вы получаете уже порошок в этом же заказе. Только новичок набрал на 1199 рублей, зашел в шаг промо-акции, и у него уже лежит порошок-подарок за 1 рубль. Да, нужно в меру, правильно. Единовременно, Даша. Единовременно. Да, и потом, значит, во втором, второе средство при заказе в следующем каталоге номер 15, это отбеливатель. Кстати, у меня все это есть как раз. Вот такие вот полные версии подарочков, да. То есть концентрированный стиральный порошок, он эффективен против широкого спектра загрязнений, предотвращает деформацию, усадку одежды, мягко, бережно относится к волокнам ткани, подходит для всех видов деликатных тканей, включая шерсть, шелк, кружево, бархат, велюр, шифон, гипюр, синтетические и другие материалы. 3,5 раза экономичнее обычного порошка, полностью выполаскивается из ткани, не раздражая кожу, а подходит для стирки вещей всей семьи, защищая стиральную машинку от накипи. Формула порошка премиум-класса создана с использованием уникальных технологий, основана на специальном комплексе ПАВ для шерсти и деликатных тканей, обеспечивающим эффективность при низких температурах стирки. Содержит компонент, который сохраняет краски, препятствует изменению цвета окрашенных изделий. Не содержит компоненты, которые могут повредить волокна деликатных тканей. Гарантирует сохранение эластичности волокон ткани за счет низкого значения pH. Да? Причем этот порошок биоразлагаемый, экологически чистый, не наносит вреда окружающей среде. Он идет 500 грамм. Там внутри идет, по-моему... Так, подождите, я его еще не открывала. У меня есть один открытый. Да, внутри идет мерная ложечка еще в подарочек. И какая-то брошюрка даже вложилась. Ну ладно, да, то есть вот что ваши новички получат. Это хиты продаж, я так понимаю. Вот, и сам порошочек вот в такой вот упаковочке.
Да, то есть вот это хорошо. Вот, отбеливатель. Отбеливатель, я его уже пробовала, он хорошо работает в паре с порошком и очень хорошо работает при, как вам даже сказать, при высоких температурах. Очень хорошо работает, мне понравилось. Отбеливатель тут идет 500 грамм, артикул 110-49, значит, кислородный отбеливатель экстраокси сохраняет первозданный цвет белых и светлых тканей благодаря технологии активатор отбеливания. Он заметно восстанавливает первоначальную белизну и защищает вещи от преждевременного старения, проявления желтого и серого оттенка на белых тканях. Безопасная формула, не содержит хлора и фосфатов, обеспечивает эффективное выведение пятен различного происхождения, обладает антибактериальным действием. Ну, даже антибактериальное действие. И тут стирка. Да, то есть как стирать, как выводить пятна, как замачивать, то есть три вида применения у него. Ну, в принципе, да, здорово, здорово. Вот, да. Тоже экологически чистый, биоразлагаемый, не наносит вреда окружающей среде. Такие вот подарки, да. То есть это такие подарки у нас с вами. Вот. Да, подходит для ручной стирки, вот написано, и для полуавтоматов, и для автоматов. Для всех видов стирки. Да, подходит. Вот, значит, такие подарки у нас с вами. Я не скажу, что это дешевые подарки. Это весьма недешевые подарки. Поэтому они такие классные подарочки. Вот, увесистые. И такие, как бы, очень полезные в дом. Косметика для дома. Я очень люблю, когда нашим новичкам дарят именно косметику для дома. Вот. Итак. Вот, значит, полные условия. Да. То есть 28 августа до 17 сентября вы оплачиваете заказ до конца периода. Единовременно один заказ. А если условия шага 2 выполнены суммарно, размещено и оплачено несколько заказов, вы получите порошок в подарок вместе с заказом в период 15. То есть, если вы разобьете, то вам не придет подарок сразу, он вам в 15-м периоде упадет. Да, да. Если вы разместили свой первый заказ единовременный, то вам подарок упадет сразу. Подарок упадет сразу. Ничего страшного. Вот, будет запись. И, конечно же, тут еще... В следующих 8 каталогах вы можете участвовать в стартовой программе. Самое главное, стартовая программа, акция Faberlic Club. Даже если вы о них не знаете, вообще ничего не знаете, самое важное знать одно, что все заказы должны быть оплачены до конца каталога. Понимаете? Иначе вы не получите подарки. Вот это очень-очень важно. То есть, если вы получаете в подарок порошок, он вам придет, если вы его оплатили заказ до конца каталога, вам придет пятновыводитель. А вот если не оплатили, у вас уже будет пробный шаг, и пятновыводитель вы потеряете. Понятно всем? Поставьте плюсики. Очень важно это донести для новичков. Вот сегодня, буквально сегодня, мне написали на почту. Анна, почему меня убрали со стартовой программы? Я вчера сделала заказ, а сегодня оплатила. Ну вот вы теперь знаете почему, да? Поэтому будьте внимательнее, я вас прошу, будьте внимательнее ко своим, самое главное, новичкам. Вот, итак, на подарок новичка или первый шаг стартовой программы имеют право все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации на проекте вообще, даже если люди в распечатках покрашены красным цветом. Да, у нас с вами есть такая распечаточка по личной группе в разделе «Отчеты», и там вы можете ее распечатывать и видеть людей, которые, допустим, покрашены в красный цвет. Да, это люди, которые идут на терминацию, которые более 3 периодов подряд не делали заказа с момента регистрации вообще. И такие люди идут на терминацию, и им можно сообщить, что вместо терминации они могут получить классный порошок, потом пятновыводитель, потом второй шаг стартовой программы, третий, четвертый, пятый. То есть полгода люди, которые ни разу не делали заказа с момента регистрации, могут получать подарки. И вы должны это все рассказывать. Про стартовую программу я вам расскажу позже. Также важно, оплата должна пройти до конца каталога, иначе новичок не увидит в следующем каталоге в промо-подарок.
Далее, важно, подарок надо или выбирать самим вручную, тут всяко разное действует, в разных странах по-разному, на мое удивление, или подарок может ждать вас уже накладной. То есть ваше действие, ваш новичок делает заказ и говорит, у меня в накладной нет подарка. Значит, вашему новичку нужно обязательно, во-первых, удалить этот заказ, вновить по новой, и тогда порошок может упасть, или посмотреть в разделе акции консультанта, может он там ждет его этот порошок, да, вот всяко бывает, всяко разно бывает, вообще непредсказуемо, поэтому как бы тут два варианта. Далее, о чем мы с вами поговорим, это то, что компания реально очень лояльна к своим новичкам. Если новичок в прошлом каталоге сделал заказ и не получил подарок новичка, или сумма заказа была меньше, да, то есть там на рубль меньше была, система не отработала его и не добавила ему подарки. То есть это все система, поэтому суммы должны быть не менее, и они должны быть точные. Да, или у него, допустим, он забыл оплатить заказ до конца каталога, да, система тоже отрубает, там они уже вручную думают, восстановить, не восстановить, да, то есть, ага, ну, всякое бывает, да, то есть, значит, это считается пробным шагом, да, новичок сделал меньше заказ, чем нужно, или он забыл оплатить его до конца периода, это у него был пробный шаг, да, вот, после которого тоже можно получить два подарка этого периода, ой, один подарок сейчас, следующий потом, или два оба потом, да, то есть вы поняли, что тут тоже условия лояльные, очень интересные, это путанные немножечко для вас новые условия, потому что те, кто пришел недавно, еще такого не было, чтобы заказ, подарок падал в заказ при условии, что заказ единовременный, да. Вот, но только в том случае, если не сделать перерыв между заказами. То есть, если вы выполнили пробный шаг, потом вы пропустили каталог, то на каталог номер 3 у вас не будет участия в стартовой программе, останется только 20% скидки и только акция Faberlic Club. Вот, значит, так как каталог двухнедельный, все до единого, у кого есть хотя бы один новичок в вашей команде, будьте очень ответственны и предупредите, чтобы на компанию Фаберлик в обратную связь как можно меньше негатива сыпалось, и чтобы они не просили отдать им их подарки, да? Давайте будем внимательными к своим новичкам, и это очень-очень важно. Это наша ответственность, да? Потому что мы понимаем, а новички нет. Новички у нас всегда с вами умные, они не ходят на вебинары, они думают, что они все знают. И пока они не обожгутся на своих ошибках, они на вебинары ходить не собираются, да? Ну, я была таковой, я сейчас сужу по себе, поэтому на самом деле так и есть. Ваша задача о них позаботиться, пока они считают себя суперумными и думают, что у них и так все не знают, да? Вот очень вас прошу, позаботьтесь. Вы открываете личный кабинет. Выбираете раздел отчеты, выбираете отчет по стартовой программе структуры личной группы, и там вы видите шаги от пробного до девятого шага. Вот у кого был пробный шаг, так и написано слово пробный. Их нужно в первую очередь оповестить, а потом, значит, первый шаг тоже очень необходимо в первую очередь оповестить всех вручную. Ну, сколько у вас там людей будет? Один, два, пять человек, да? Вы понимаете, что вы с одним человеком лучше отработаете, чем, допустим, ваш директор, у которого таких 80 человек, да? То есть даже если ваш директор всех 80 человек обзвонит, то в каталоге 14 дней. И если на каждого уделять хотя бы по полчаса, то вы понимаете, что каталога не хватит. Да? Понимаете, что каталога не хватит, ваших директоров и так много работы. Поэтому в 14-й каталог я вас прошу самих на себя надеяться. Да, директора сделают все возможное, но и вы не плашайте. Это ваш рост, это ваша структура, это люди, которых вы взяли под свою ответственность и которые еще не, много чего не понимают. Да, к сожалению, таких большинство, ну что поделать. А да, потом спрашивают, что где. Правда, правда написала Оля. Так, итак, кто же у нас забирает парфюм в этом каталоге? Напишите слово парфюм. Кто уже его забрал? Вот, значит, вашим
ваша выгода в этом периоде такова, что вам не только положен парфюм, также за вами сохраняется скидка 20-26%, да, если вы в прошлом периоде делали 50 баллов, то 26% на все, кроме одежды и дополнительного ассортимента, да, и если вы сделали менее 50 баллов, да, то у вас скидка на все сохраняется 20%, но она есть всегда. Моя подруга забирает парфюм, да? Отлично. Трое человек, трое призеров, что ли? Ну, вот видите, как мало новичков на вебинар ходит? Ага, пятеро. Ну, хорошо. Очень хорошо. Итак, значит, парфюм надо обязательно забрать, как вы понимаете, да, до конца каталога. Каталог двухнедельный, лишней недельки нет, поэтому обязательно об этом сообщайте. А так и пишите, что до... Так, минутку. Сейчас возьму каталог, так, до 01.10. Причем нас уже в это время не будет. Мы 2 числа уже взлетаем в Доминикану. И, как вы понимаете, поддержка вашей структуры полностью ложится на ваши плечи. Да, раз в год мы на 3 недели пропадаем, так как нам компания оплачивает поездки в разные страны мира. В прошлом году у нас ездило... Так, с нашего проекта 1, 2, 3, 4 человека, 5 человек. В этом году уже 12 человек поедет, а двое не смогут поехать, потому что им нельзя выезжать за границу, так как они жены военных, но они тоже квалифицировались на эту поездку, вот вы представляете, жалко. Вот, ну, будем надеяться, что, да, спасибо огромное, но... Вот, следующую, Леночка, обязательно золото с тобой подтверждаем. Вот, далее, значит, и сейчас в этом периоде, когда вы будете забирать парфюм, дорогие призеры, да, вы можете уже выбирать подарки по программе Faberlic Club или их копить. Вверху есть у вас такой портмонетик, заходите в этот портмонетик и смотрите, сколько у вас бонусов, да, на самом портмонетике написано, и какие подарки вы можете забирать. Вы можете их копить, если вы делаете заказы ежекаталожно, если вы делаете заказы не ежекаталожно, они у вас горят, поэтому лучше потратить их, забрать и, да, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы подарки не потеряли, да, там, ну, не знаю, часто бывает такое, что мне пишут, а у меня баллы пропали, а где они? А вот, а смотрю, а у них 0 оплаченных заказов. Так я же заказ сделала, да? То есть вот что получается? Заказ человек сделал, до конца периода не оплатил. Опять-таки все сгорело, да? Обязательно старайтесь выводить своих новичков на понимание того, что заказ нужно оплачивать до конца периода. И не только для своих новичков, а чтобы ваши новички приставали к вашим людям и говорили, оплатите, оплатите, иначе все. Да, сами понимаете, или человек у вас полгода по подаркам идет, ему хорошо, а вам совсем супер, или человек у вас просто будет ругаться и говорить, что меня обманули, мне не дали подарков, да, то есть тут как бы, да, или середины не дано. Очень редко кто понимает, что он слетел с подарков по своей вине, вот. Далее, значит, подарок по программе Faberlic Club, дорогие призеры. Потом, значит, вы можете, забирая парфюм, выполнить уже 2 шаг в стартовой программе. И в каталоге номер 15 уже 2 шаг в стартовой программе забирать, выполняя 3 шаг в стартовой программе. Это программа по желанию, но она, конечно, очень вкусная, классная. Сейчас мы о ней с вами поговорим. А суть в том, что в каждом периоде вы можете размещать заказы определенные, оплачивать их до конца периода, да, это 2500 или 5000, и забирать на следующий каталог призы, которые будут реально по выгодной цене. То есть хиты наборов с 90% скидкой у вас получаются. Цена наборов с каждым новым шагом растет, но цена их остается для вас прежней, и сумма для заказа остается прежней. Это фиксированная сумма на данный момент. В сумму заказов, необходимых для получения набора стартовой программы, не входят так же, как и в акцию новичка, сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Будьте внимательны. И оплата строго до конца каталога. Итак, дорогие призеры парфюмерной водички, если сделаете заказ менее этой суммы, у вас просто сгорит право на участие 9-шаговой стартовой программы. Но 20% скидки, плюс подарок новичка, плюс Faberlic Club, плюс возможность получить свой лендинг, плюс возможность строить свой бизнес у вас остается. Да, то есть это просто
акция по желанию. Или вы хотите по ней идти, или вы не хотите по ней идти. Итак, у нас с вами есть новый сайт. Да, как вы знаете, сейчас я вам скину ссылочку целиком на новый сайт. И на этом новом сайте уже заполнена стартовая программа, видео по стартовой программе, да. Когда мы заходим в раздел программы и акции сверху, да, черными буквами написано, то у нас с вами так и написано стартовая программа. Мы на нее нажимаем, и вот я вам сейчас ссылочку вышлю, да. Вот, значит, это стартовая программа. Эта информация открыта, даже если вы не можете зайти на сайт, то вы все равно можете про нее читать. Тут вообще без проблем. Вообще без проблем. Угу. Вот. Итак, значит, суммы стран у вас для всех стран тут есть. Да, остальные страны вы можете легко посмотреть в своем кабинете, если тут нет вашей страны, или узнать у своего директора, и вам директор покажет, как смотреть, чтобы вам было удобно. Итак, стартовая программа, 9 шагов, давайте с ней познакомимся поближе, потому что это обалденная стартовая программа, я ее прошла под собой, потом я ее прошла под своим директором-дочерью, да, то есть у меня ее прошла свекровь, у меня ее прошла сестра, и всем было жалко забирать последний шаг, потому что 10-го шага нету, да, то есть, но как бы нас успокаивает то, что даже директорам, даже элите Фаберлик компания дарит подарки по программе Фаберлик Клуб, и это, конечно, круто, потому что все-таки, сколько бы мы ни зарабатывали, подарочки хочется всем на всех уровнях. Согласны? Вот. Второй шаг стартовой программы. Тем, кто забирает водичку в бьюти-кафе, каприз, вот такой. Это набор для рук Grand Prince Mancare. Да, кстати, отпишитесь, кто на каком шаге стартовой программы. Очень хочется посмотреть. У кого закончилось, пишите, что закончилось. Костя, у тебя закончилось, да, вот я реально, я тоже хочу стартовую программу, вот, это набор для рук Grand Prix Skincare, это альтернатива салонной процедуре, сначала ручки вы очищаете, а потом пилингуете, потом после глубокого слоя очистки, да, вам нужно нанести кремчик сверху, жидкая перчатка, то есть это полноценный такой уход для ручек, для ваших, да. Следующий шаг, не следующий шаг, а еще подарки, да, то есть получается тут у вас или как бы под ваш тип волос бальзам ополаскиватель для волос или маска для волос, да, и потом шампунь, да, то есть вы получаете 5, да, в целом 5, ну, подарков, 5 хитов, 5, да, 5 составляющих набора, как их назвать, вот. Значит, шампунь на выбор под тип ваших волос, маска на выбор под тип ваших волос и набор для рук Grand Prince Skincare. Далее, значит, вы третий шаг стартовой программы, когда будете выполнять, вы получаете порошок на выбор для цветного, для белого белья и пятновыводитель. Хочется напомнить, что вся продукция компании Faberlic биоразлагаемая, экологически чистая, не наносит вреда окружающей среде. Четвертый шаг – это набор косметики iStream, это самая ходовая косметика. А тоже под свой тип кожи, можете выбрать решейпинг, да, для усталой кожи, чтобы контур лица подтянуть, можете выбрать для жирной кожи, для сухой кожи, да, и так далее, и так далее. Угу. Ну, Аленочка, сочувствую и понимаю, как это жалко. Желаю тебе огромное количество заказов по программе Фаберлик Клуб. Это все, что нам осталось. Ну и поскорее стать повыше рангом, чтобы зарабатывать больше и уже дарить самой себе такие подарки, какие хочется. Итак, пятый шаг стартовой программы – это наша самая ходовая линейка Skyline. Там идет тональный крем, помада, цвет на выбор, тушь и каял для глаз, цвет на выбор. То есть, да. Далее, шестой шаг – это набор косметики для дома в подарок. Это средство для чистки духовок и плит с кислотами, там, по-моему, фруктовые, еще какие-то кислоты, да, то есть тоже экологически чистые, разлагаемые, но им нужно в перчаточках, оно реально портит ручки. Вот, далее идет спрей
для окон с антизаподевающим эффектом, средство для туалета с антибактериальным эффектом, средство для ванны тоже с антибактериальным эффектом, пол-литровое. И далее идет крем для чистки металлических поверхностей. Да? Вот, это шестой шаг. Седьмой шаг – это альтернатива салонной процедуре. Опять-таки, это набор от эксперта. Это химический пилинг с анокислотами и микродембразия. И потом, конечно же, третий шаг – это восстановление после глубокой пилинга, очистки. И, конечно же, призеры седьмого шага, не смейте выходить на прямые солнечные лучи 12 часов минимально. Вот, потому что процедура реально глубокая. Очистка хорошая. Вы знаете, у вас, не знаю, личико будет как попка младенца. Вот реально мягкое, такое хорошее. Куда-то все морщинки стираются. Вообще здорово, прям классно, круто. Вот. Восьмой шаг стартовой программы – это моя любимая линейка Secret Story. Это люксовая линейка Secret Story. Там идет тональный крем «Двойной агент». Да, то есть половина тонального крема – это основа под макияж. Вторая половина тонального крема – это тональный крем, подстраивающийся под тип вашей кожи. Также помада «Цвет на выбор». Также тушь. Очень хорошая, качественная тушь. Также лак для ногтей, цвет на выбор. Можно выбрать песочный, винилюкс и так далее. Вот такой вот классный шаг. И девятый шаг, самый-самый дорогой. Также можно его забрать за 299 или за 99 рублей. Да? То есть, вот, давайте я вам еще раз скину. Я смотрю, еще зашли люди на вебинар. Да? Вот сейчас вы тут можете почитать, если вы позже зашли. Значит, это парфюмерные пары, мужская и женская, да, то есть вы можете выбирать парфюмерную водичку 50 мл, какая вам захочется, и парфюмерную мужскую водичку тоже 50 мл, какая вам захочется, вот, и вторящий к ним ароматом парфюмерный гель для душа, то есть 4 таких вот дорогих подарка, а вы их можете забрать за 99 рублей. Я считаю, что это подарок уже, да, потому что, сами понимаете, да, водичка стоит рублей 500-600, а вы ее берете за 99 еще и 2. Да, вот такая вот стартовая программа у нас с вами. Далее, да, давайте с вами разберемся, что стартовая программа – это первый шаг, это акция новичка, это первый шаг. Сумму заказов для получения очередного набора стартовой программы не входят сервисные сборы, сборы за доставку продукции, оплата строго до конца каталога обязательно, и цена наборов по каталогу растет с каждым новым шагом, и при этом вы можете переходить с одного варианта оплаты на другой, да, тут внимание, тут не все понимают, поэтому хочется, чтобы вы поняли и написали в чат слово «понимаю», потому что потом вопросов много бывает. То есть, смотрите, например, в первый каталог своей регистрации вы оформили и оплатили заказы на сумму 2500 в ценах каталога, и вы забираете набор за 300 рублей, да? Забирая набор за 300 рублей, да, вы сделали заказ на 5000, и вы забираете набор уже за 99 рублей. То есть вы можете переходить с одного варианта оплаты на другой. Вот. Далее, значит, вы, когда забираете набор за 99 рублей, вы можете вернуться обратно на 2500. Да, и все у вас, опять-таки, набор будет за 300 рублей в следующем периоде. То есть вам нужно обязательно вот понимать это и новичкам рассказывать. Вот, потому что новички часто говорят, вот мне вчера девушка пишет, говорит, Аня, у меня нет денег. Она новичок, делает третий заказ. Она говорит, я вот, говорит, сглупила, сделала заказ на 8 тысяч, потому что у меня дома все закончилось, а тут такие цены дешевые, мы с мамой нахватали, со свекровью нахватали, всего нахватали, на 8 тысяч набрали, а в этом периоде никому ничего не надо, у всех все есть, да? И получается, она мне говорит, зря я сделала заказ больше 5 тысяч, сейчас мне вот не сделать за 2500. Хоп! Новичок не сходил на вебинар. Хоп, новичку я посылала запись, она ее не посмотрела. Ага, поймана, да, с поличным, что не смотрит, да. А ты, лидер, ты должна знать эти акции. Если ты не знаешь эти акции, как же ты будешь со своими новичками работать? Так, послала пересматривать, все, она все пересмотрела, говорит, боже мой, сколько у вас тут халявы. Я говорю, да-да-да, вот, не будешь пропускать вебинары, будешь держать руку на пульсе, и будет хороший рост. Вот, я всегда делала огромный акцент именно на акциях, именно на подарках, и вы знаете, для меня это до сих пор очень-очень-очень важно, потому что любая женщина любит подарки, да, вам компания помогает поднять товарооборот, вы донесли информацию о подарках, да, люди довольны, они получили скидку, они получили подарки, все у них здорово, классно, а вам-то ведь тоже хорошо.
Ну, Оль, вот не все такие. Кто-то вот у нас на самом деле самый умный или самый забывчивый, да, всякие бывают. Итак, конечно же, у нас с вами открытый вебинар для новичков сегодня. И хочется сказать вам неплановое объявление. Это по просьбе руководства компании Faberlic. Как раз в это время идет максимальное количество участников вебинара. Поэтому хочется сказать, что перерегистрации запрещены кодексом компании. Если они у вас есть, то вас не накажут, если вы первые напишите удаление в обратную связь, что такая-то регистрация, это человек перерегистрирован, прошу его убрать из моей структуры. То есть с вас полностью снимают все, как вам даже сказать, да, с вас полностью снимается вся ответственность, если вы первое написали. Это во-первых. Да, нельзя регистрировать близких родственников уже зарегистрированного человека. Кто такой близкий родственник? Да, например, свекр, свекровь – это дальние родственники, да. А если мама, папа, брат, сестра, муж, дети – это близкие родственники, да. И если, допустим, вам пишет мужчина и говорит: у меня жена зарегистрирована, я к вам прошусь, да, на регистрацию, я хочу с вами работать, да, то это ни в коем случае делать нельзя. Ни в коем случае. Вот. Сами должны понимать, да, что нельзя, если они в браке. Итак, перевод человека, да, также у нас с вами очень часто бывают такие ошибки, как новичок проводит регистрацию и забывает вписать номер, под кого надо зарегистрировать. И регистрация уходит куда? Под VIP, да, под VIP-консультанта, потому что компания Faberlic все регистрации самостоятельно отдает именно им. Что нужно делать в этом случае? Вам нужно обязательно найти этого VIP-консультанта, под которого упал ваш новичок, и попросить его заявление о переводе. Лично вы без наставника действующего, да, вашего новичка, вы ничего сделать не сможете. Да, то есть вот таким вот образом. Обязательно, да, проверяйте, прежде чем регистрировать человека, через сообщество. Легче не регистрировать людей, которые просятся на перерегистрацию, чем потом писать заявление на удаление, его вычислять, слушать нытье: не удаляйте меня, это очень часто. Но вы должны быть кристально чисты перед компанией, когда вы станете на уровне золотого рубинового директора. И если у вас будет чистая репутация, то компания Faberlic вам будет доверять, руководство компании Faberlic вам будет доверять, а это многого стоит. Вот. Итак, значит, перевод человека, которого вы провели по ошибке, возможен в течение 2 каталожных периодов с момента регистрации, если под консультантом никого не зарегистрировано, и только с личного разрешения действующего наставника в обратную связь. Поставьте плюсики, всем ли все понятно? Мужа, да, под себя, или, допустим, под себя дочь, под дочь сына, а потом мужа. Всех можно в цепочку регистрировать. Да, то есть, чтобы родня была близкая. Угу, все, у всех плюсики, замечательно, да? Вот, если, не дай бог, в вашей структуре появится перерегистрация, вам не будет штрафов, не будет удаления, ничего не будет, если вы спокойно просто напишите заявление на терминацию. Не бойтесь, пишите. Не жалейте, как бы человек перед вами не плакал, не жалейте его, а все равно он не сможет открыть ИП. Когда он будет открывать ИП, его будут проверять и вычислят, и также удалят. Да, то есть смысла нет все равно даже оставлять таких людей втихушу, там еще что-то. Да, случай такой был. У меня один в структуре из одних директоров девушка ревела, 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 ревела: оставьте меня, оставьте. У нее там какое-то было тяжелое заболевание, да, в нашей структуре такой случай был на проекте. А потом, ух, как все перевернулось. Да, то есть тоже как бы она стала и плохо отзываться об этом директоре, и все это рассказала. Благо, что этот директор перестраховал себя и написал первое заявление о его удалении. Да, поэтому не рискуйте, люди, которые бегают туда-сюда, из структуры в структуру в одной компании Faberlic, сравнивают еще что-то, а потом еще куда-то убегут, и это уже 100%, поэтому не рискуйте своим будущим. Да, то есть всякое может быть. Ну что ж, о серьезном поговорили, сейчас поговорим о радостном. Дорогие коллеги, дорогие наши новички, дорогие наши будущие новички, которые будут смотреть мой вебинар через неделю, потому что только что зарегистрировались, да,
Приглашаем всех на 20-летие компании Faberlic на непридуманные истории на онлайн-трансляцию. А до 21 сентября, да, то есть времени осталось 4 дня, 3 билета всего 700 рублей. Вышлются 3 ссылки, и по этим 3 ссылкам можете сидеть вы и ваши новички. Одну ссылку на всех расходовать никак не получится. Если человек сидит с одной ссылки, да, с одного IP, то со второго IP человек уже не зайдет. Это если так вам вместе собираться и смотреть, да, вот, конечно же, там будут награждаться лидеры высокого ранга, там будет награждаться я, будет награждаться Николай, Светлана Спиридонова, то есть очень много людей из проекта, да, то есть огромное количество лидеров будут получать свои чеки, Ириночка Тихонова с серебром чек получит, так, Рейхана Абдурахмонова за рубины чек получит. Ну, в общем, очень много. Евгения Клочкова чек получит. Боюсь кого-то забыть, обидеть, так что не буду дальше перечислять, потому что реально нашей команде там очень много. Да, нашей, вот, поэтому покупайте, приходите к нам, это и недорого, и здорово, и классно. Да? Особенно директора, кто не едут, пожалуйста, купите себе 3, 4, 6 билетов, да, и раздавайте своим новичкам, чтобы они сидели, смотрели. Или скидывайтесь вместе с новичками, потому что 3 билета по 700 рублей, 1 билет вообще копейки. Вот, это здорово. Да, вот Иришка точно будет награждаться. Иришка уже получила премию за серебряного директора, да, 110 тысяч русских рублей, но пока еще чек не получила, ассамблеи еще не было, вот. Поэтому приходите, посмотрите на нас, порадуйтесь за нас, и в следующем году всех вас очень ждем на 21-летие. Итак, желтеньких распечатки не было, объявлений на сайте не было, но Елене Зиновьевой, региональный менеджер, написала вот такую вещь. Пока у меня только такая информация для желтеньких, да, то есть в 14-м каталоге за возвращение в бизнес будет набор мини-версий серии Oxiology, и заказ должен быть на 1249 рублей в ценах каталога. По другим странам не скажу, ползала везде, нигде не нашла, к сожалению. Поэтому вот такая вот информация у нас с вами идет. Далее, вот эта акция возвращения в бизнес, она для людей, которые, ну, очень давно не делали заказов. На сайт они не заходят уже, да, и вы должны сейчас понимать, что если вы до них не донесете это, они никогда не узнают, что им положены, да, набор там, да, мини-версия Xology. Скорее всего, он будет в красивой упаковочке, я так его представляю, да. Вот, и в разных странах, конечно же, вывесят своевременно, я думаю, мы с вами начнем оповещать разные страны, да. Конечно же, нужно донести до людей, что им этот подарок положен, не донесли, эта акция прошла мимо вас, ваш товарооборот останется неотработанным, да. То есть тут тоже вот компания Faberlic, как вы заметили, она нас несет. Вы заметили, что у нас компания Faberlic прямо на руках несет? Нам только пользуйся, нам только доноси. У нас есть свой бухгалтер, да, который нам считает зарплату, нам это ничего не нужно. У нас настроенная логистика обалденная, да. То есть поддержек очень много всяких различных. И вы знаете, дорогие коллеги, ну круто, круто. Поэтому пользуйтесь, пользуйтесь, еще раз пользуйтесь. Итак, правила, условия добавления акций у нас с вами в этом периоде тоже есть. Так, добавление акций. Я скажу только самое главное, а файлик я сейчас раза три так подряд скину. У вас есть, да, Костенька? Ну, хорошо, да, в этом каталоге действуют у нас также три акции. Первое – это продукцию, которую нужно добавлять в корзинку, да, когда вы листаете каталог. Допустим, купив вот два таких, третье получите дешевле, там, ну и так далее, да, все вот такие вот акции. Кроме бонуса за покупку можно добавлять из каталога, и когда вы их добавляете из каталога, вы смотрите корзиночку под каталогом, и там вам будет казаться, что это дорого. Но когда вы нажмете кнопочку «Продолжить», то у вас пересчитается сумма заказа, то есть станет дешевле, и уменьшится сумма баллов. Да, будьте к этому готовы, что у вас все подешевеет на втором шаге стартовой, на втором шаге заказа, простите, заговариваясь. Вот, да, то есть в промо-акциях пересчитывается, балл уменьшается вместе с суммой заказа. Да, то есть акции, вот так, прошу прощения,
Акции это кратное, то есть вы можете, допустим, любые акции взять по несколько штук. Итак, давайте же с вами посмотрим, да, продукцию, которую нужно добавлять в корзину. Да, как вы видите, у нас в этом периоде 47 акций. Посмотрите их. Посмотрите, потому что 47 акций. Обалдеть. Да, второе это продукцию, которую нужно выбирать в разделе промо-акции. В разделе промо-акции как раз-таки те самые коварные бонусы за покупку, которые, к сожалению, приходят дорого новичкам. А все новички на этом обжигались, в том числе и я на этом обжигалась, да. Это бонусы за покупку при покупке по каталогу, и их нельзя добавлять из каталога, да, то есть вот так вот. Это тоже кратные акции, и их нужно добавлять именно в разделе промо-акции, в акциях консультанта. Так и будет написано, да, то есть бонус за покупку. Итак, давайте с вами посмотрим условия добавлений. Да, то есть это, как вы видите, их маленечко, да, их всего лишь 12, и их не надо добавлять из каталога. Почему? Потому что компания Faberlic, с одной стороны, путана, но с другой стороны, очень даже понятно, да. Тут акция идет такая, да, допустим, вы покупаете на 221 рубль в ценах склада и можете забрать любой чай, да, к примеру, вот под цифрой 12 за 85 рублей. Что получается? Получается, что если вы сделаете заказ на 1000 рублей, да, ну на 1500, да, вы уже можете забрать 5-6 чаев с большой скидкой, да, поняли? Поэтому он это в разделе промо-акции. А может быть вам 5-6 не надо, вам надо 3, да, и вы можете выбирать количество, да, то есть вот количество предлагаемого ассортимента на выбор. Итак, далее продукция у нас есть, которая добавляется автоматически в заказ. Что это за продукция у нас, да, которая добавляется автоматически в заказ? Ну, это наши, грубо говоря, подарки в каталоге, которые доступны всем, даже тем, кто пришел в каталог регистрации, да, к нам. Вот, так, смотрим, смотрим. Так, это саше маски Селен Кейр при покупке любого продукта Селен Кейр. Это серия без лаурисульфата. Волосики после него мягкие, такие пушистые, классные становятся, да. Так, саше, 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 да, как вы видите. Ну и вот хорошие такие стоящие подарки пошли, да, под цифрой 5. Это размягчающий крем-компресс для ног. Эксперт Фарма, а в подарок за 1 рубль при покупке роликовой пензы для ног. Роликовая пенза для ног. Так, вот она такая, роликовая пенза для ног. Сейчас я вам покажу, да, то есть он так вот включается и крутится. Этой пензой, ну, простите, она уже некрасивая, но ей уже много времени. Вот она такая красавица. Я ей пользуюсь, мне она нравится. Итак, ну, она идет на батарейках. Да, она идет на батарейках. Вот. Далее смотрим. Основа под лак, тоже такой стоящий в подарок при покупке маникюрного набора. Набор у меня есть, но дочка его куда-то уиграла. Если честно, она мне его отобрала, включала, там красками что-то делала. Боже мой, в общем, она весь мой набор испортила. Но ее прям трясло, как ей хотелось это делать, и я это оставила. Для нее, думаю, пусть играет, раз ей важна данная игрушка. Хотя это была не игрушка. Ну ладно. Далее, значит, далее вам будет вкладываться карта «Твой бонус», да? Карта «Твой бонус» для получения призов и скидок в компании номер 15. К сожалению, я эту акцию не внесла. Не знаю, почему не внесла, но это очень крутая акция «Твой бонус». Она у нас с вами представлена в каталогах. Да, то есть очень подробно рассказано. И я думаю, что вам условия очень понравятся, потому что призеры реально будут получать очень-очень крутые призы. Да, очень крутые призы. Во-первых, за каждые 299 рублей, ну то есть 300 рублей, да, вы будете получать карточку. И в этой карточке будет гарантированный подарок в каждой карте. Что значит гарантированный подарок? Это значит, что вы будете получать продукцию от 40% скидки до 70% скидки, да? То есть вот я где это смотрю, это сразу в каталоге, от 40% скидки
Еще могут попадаться подарки за 1 рубль, да, допустим, там лак вам за рубль может попасть, или еще что-то, да, то есть вот что-то типа этого, да. Далее, значит, вы активируете эту карточку до 22 октября, стираете защитный слой и активируете, да, она вам будет такая вот черненькая приходить, маленькая, и вот когда вы на другую сторону перевернете, там будет защитный слой. Этот защитный слой обычно монеткой, ключиком стираете, и там уже будете видеть код. Этот код вы вводите в своем личном кабинете вверху, и все, вы будете знать, что-то вам может быть за рубль досталось, что-то с 70% скидкой, что-то с 40% скидкой. А вот сейчас на вашем изображении это главные подарки. Они распределяются до 30 октября, да, это 10 поездок на двоих в горы на длинный уикенд. Вы представляете? 10 поездок в горы на двоих. Это поедет, 20 человек поедет, да, здорово. 20 очистителей и увлажнителей для воздуха. Это новинка, да, то есть у нас еще не дарились очистители и увлажнители для воздуха. Потом, значит, 20 комплектов стрит-кутюр. Это сумка плюс кошелек, да, вы видите, они такие металлинизированные, да, ну, я думаю, вы в каталоге увидите это все дело. 20 ароматов букет Desjardins, артикул 30016, это такая свежая искристая кислинка, я бы так выразила этот аромат. 20 наборов Oxyology, это бальзам артикулом 0257, и маска Detox на основе красной глины, артикул 0240. То есть такие вот призы, вы представляете, 2000 человек могут получить данные призы, ну, я думаю, это здорово, да? Вот, конечно же, акция «Твой бонус» у нас уже проходила, и она проходила неоднократно, и очень много призеров, которые по чатам писали: «Ура, я выиграла парфюм», там «Ура, там я выиграла», да, то есть подарок за рубль, да, помните, кто писал, кто радовался, да, кто у нас в призерах есть, пожалуйста, отзовитесь, все равно вы есть, да, я честно скажу, я буду между участниками активного роста все карточки раздаривать, которые в моем чате, чтобы участники, как бы, да, понимали, что табличку нужно всегда своевременно заполнять, да, я думаю, уже активный рост это знает, что я эти карточки себе никогда не беру, вот. Далее, в периоде номер 14, дабы в действующем, у нас с вами такой вот крутой может быть подарок. То есть вы можете заказать две мужских парфюмерных воды новинки. Ой, забыла опять, как она называется, вулкан, скорее всего, вулкан, но, наверное, вулкан, да, вот, это фужерный аромат с ярким пряным аккордом, созданным мэтром мировой парфюмерии Марисом Русселем, эксклюзивно для Фаберлик. Вот, выиграла два парфюма, круто, да, круто, круто. Вот, ну вот мои карточки, я помню, что в прошлом каталоге было несколько карточек у меня подарочных, точно помню, что три подарочка мне удалось подарить своей команде, остальное, ну, конечно, в основном были скидки, подарки попадались вот из 80 карт всего три, но все равно пусть будут, да. Далее, значит, когда вы в разделе промо-акции, то есть не из каталога, этой новинки в каталоге нету, добавляете на последнем шаге стартовой программы в разделе акции консультанта, ой, на последнем шаге заказа в промо-акциях, в разделе акции консультантов, то есть подраздел, у вас будет «Получите аромат в подарок». Два аромата вы заказываете, нажимаете кнопку «Принять изменения», и третий аромат автоматически вам падает в корзинку. То есть это внутренняя акция только для зарегистрированных, поэтому заказывайте, можете продавать все эти три новинки, да, и у вас получится, что люди не знают, что одна вам досталась бесплатно, и у вас будет отличнейшая выручка, да, вот. Есть ли вопросы по этой акции, все ли поняли, как этой акцией пользоваться, то есть в разделе промо две добавляйте, изменения применяйте, третья падает автоматом. Если вы нечаянно добавили три штуки, то вам одна упадет в подарок, а три придут платно, да, не делайте ошибок. Далее у нас с вами есть такой набор пробников для новичков, всего за 265 рублей. Набор, как вы видите, такой классный. Каждый новичок может получить этот набор с момента регистрации в течение трех каталогов. Акция не кратная, можно забрать один раз
Да, через три каталога он уже сгорает. Кто забирал набор для новичков, поделитесь своими впечатлениями, понравилось ли вам знакомиться с продукцией, да, кто забирал, отпишитесь, если такие есть у нас на вебинаре, да. Вот, набор пробников предложен на предпоследнем шаге заказа в разделе промо-акции, подраздел акции консультанта. Их можно забирать только там. Да, то есть без, у них есть код, но код говорить бесполезно этого набора, никто его не может купить, могут его добавить только новички в течение 3 периодов, поэтому бесполезно спрашивать код. Вот, смотрим с вами далее, да, опять подарки. С 18 сентября по 1 октября ежедневно 10 покупателей журнала Faberlic Style номер 10 будут получать за 1 рубль BB-крем Oxyology кислородное сияние с артикулом 0242. Да, так, где-то он у меня был, показать бы вам его. Ой, наверное, я его куда-то уже переставила, да, его нет, но хотела бы показать, конечно, вот такой вот. Красивенький, стеклянный, такая упаковочка дорогая, хорошая, да, то есть стекло там идет. Ну вот, в принципе, и все. Помады подошли, я довольна, не могла раньше подобрать, а тут все 5 подошли. Ну, прям круто, Саш. Везучая, значит, да. Вот, значит, с 18 сентября по 1 октября каждые 10 покупателей ежедневно будут получать BB-крем Oxyology в подарок. То есть это... Фортуна, да, на вашей на стороне или нет. Также мы с вами знаем, что с 22 августа отменилась оплата за доставку невостребованных заказов на пункт выдачи на склад. Новички до сих пор ждут штрафы, штрафы уже все отменены, здорово, все классно. Далее, в компании Faberlic есть такая фишечка, о ней я говорила в начале каталога, и сейчас вам скажу, что... Если вы делаете заказ до 50 баллов, то у вас скидка на все 20%. Если вы делаете заказ от 50 баллов, то у вас скидка на все 26%. Моя королева пришла дедовщину устраивать, да? Я думаю, это тоже здорово, что у вас может скидка увеличиваться. Далее, не забываем, что новичку положены незаменимые инструменты для работы в интернете. Они полностью, абсолютно бесплатные. Новичок получает свой лендинг от проекта, если он активируется в течение суток, и обязательно ему об этом рассказываем. Также интернет-магазин от компании. И все 100% бесплатно, ни за что вы не платите. Вот так, ребенок поехала у меня в Доминикану со мной. Вот мы уже чемоданы достали, на чемоданах сидим. Итак, накопительная программа Faberlic Club. Это программа для всех. Так, старшая доченька. Так, доченька, старшая, забери младшую и обе вших. Мама ведет вебинар. Обе вших. Вот, ну что ж, смешили немножко. Итак, накопительная программа Faberlic Club. В чем она заключается? Значит, мы размещаем заказы на сайте Faberlic Club, и эти заказы весят определенные баллы. Да, вы можете сделать на 15, на 50, на 25 баллов. Да, это, да, суммы могут быть разные, баллы, они есть баллы. И вот каждый балл перечисляется в один бонус. Да, то есть вы обмениваете бонусы в дальнейшем на подарки или эти бонусы копите. То есть акция в понимании легкая, единственное, что она у вас может сгорать, если вы пропускаете заказы. Да, вот как вы видите, сейчас я вам, да, покажу. Да, допустим, в первом каталоге вы сделали 10 баллов, во втором каталоге вы сделали 10, да, 5, тут, подождите, 10, 0, тут, да, то есть 15 баллов, в итоге у вас 25 баллов, и все бы хорошо, но вы сделали LO 0, и предыдущее сгорает. Если на четвертый раз вы опять-таки сделали LO 0, и это тоже все сгорает. Но эта программа как сгорает, как бонусы компания у вас забирает, так и вы делаете 50 баллов в любое время, да, не обязательно 50, вы можете сделать 10 баллов, и компания вам их начисляет. То есть эта программа, она сгорает, но она возобновляется в любое удобное для вас время, когда вы начинаете делать заказы. Итак, следующий слайд у нас с вами это VIP-консультанты. Для VIP-ов у нас есть Oxyology акция.
Она будет последней, да, то есть смотрите, какой длинный вебинар, да, больше часа уже, 1:08 идет. Итак, что такое VIP-программа? Да, VIP-программа – это когда вы выполняете число периодов непрерывного выполнения по 100 баллов. То есть первый каталог вы сделали 100 баллов, вы VIP-1. Второй каталог вы сделали 100 баллов, вы VIP-2, да, третий каталог вы сделали 100 баллов, вы VIP-3, потом уже уровни получаются другие, да. Далее, значит, все VIP-консультанты в личном кабинете также видят специальный значок с указанием достигнутого уровня, да, VIP-стаж – это число периодов непрерывного выполнения 100 и более баллов. В случае пропуска одного периода у вас сохраняется возможность не терять VIP-стаж. Что это значит? В этом периоде вы сделали 100 баллов, в следующем забыли оплатить до конца периода, и на период номер 3 вы делаете 200 баллов заказа, и у вас VIP-3 остается. Поняли? Баллы, Зоя, никогда не сгорают, никогда не сгорают, да? Далее, если данное условие не выполнено, вы теряете VIP-стаж. Да? То есть вот такие условия, в принципе, легкие. Да? Воспользоваться привилегиями по VIP-у можно также в течение 3 расчетных периодов, как акция новичка, как стартовая программа, как вас ждут пробники, то есть все в течение 3 периодов. Компания лояльна и всегда дает забирать, даже если вы забыли в одном каталоге забрать, второй, третий каталог, оно вас ждет. Это, я думаю, очень-очень удобно. Вот. Итак, что же такое VIP-привилегии? Ну, давайте начнем с уровня 1. Это, во-первых, сделали вы 100 баллов, на следующий каталог вас ждет. Один продукт со скидкой 70% в разделе промо-акции, 10 любых пробников со скидкой 50%, там их суммарно 50, по-моему, 10 любых каталогов со скидкой 50%. Это уровень VIP-1, плюс распределение VIP-контактов. То есть вы, если сделали первый раз 100 баллов, вам нужно обязательно пройти тренинг искусства коммуникации, первый контакт с потенциальным клиентом, и обязательно поставить галочки в разделе настройки, в личных данных, в настройках, что я хочу получать контакты от компании. Вот. Костенька, эта картинка на сайте есть, также есть в группах во всех. Сейчас я ее вам никак не дам. Вот, значит, второй уровень – это 3 периода подряд. Скидка у вас получается 10% при заказе от 150 баллов. Что это получается? 100 минус 50, и 50 умножаем на 60 рублей балл на выплату и умножаем на 10, да, то есть тут такая вот скидочка. То есть это не дополнительная скидка от каталога, это денежки, которые падают вам на расчетный, не на расчетный счет, простите, это у меня уже падают у новичков, эти денежки падают на мой счет, да, в разделе в кабинете, в мой счет. Итак, третий уровень – это 9 периодов подряд, когда вы делаете 100 баллов, и вам будут доступны привилегии первого, второго уровня и новинки за 2 недели до начала продаж. Четвертый уровень – это уже 18 периодов подряд вы делаете 100 баллов, и вам будут уже доступны все предыдущие уровни, плюс за 3 дня до начала периода доступ к ценам и промо-акциям следующего каталога. Я начала пользоваться этим, делаю очень часто, мне очень нравится. И добавляется еще один продукт, суммарно у вас получается теперь 2, с 70% скидкой и все привилегии уровня 1, 2, 3. Вот такая вот красота, плюс отличительный значок. Да, и вот эти уровни мы уже с вами не будем обсуждать, а то мы устали. Давайте лучше перейдем с вами к крутой акции. Итак, это я вам очень быстро все рассказала, да, вот, и пролистаю. Итак, значит, обязательно всем с VIP-1 пройти вот этот вот тренинг. Да, видите, пройти онлайн-тренинг искусства коммуникации, да, вот очень-очень важно его пройти. И далее у нас с вами крутая акция, которую вы можете выиграть 10 тысяч рублей. Это акция для всех стран, да, 10 тысяч рублей, акция для всех стран идет, то есть в валюте вашей страны. Вот, далее,
как принять участие в акции. Если вы по итогам 13-го каталога были VIP-консультантом, то есть это акция только для VIP-консультантов, то вы уже можете принять участие в акции. Сейчас я нашим дорогим VIP-ам скину подробные условия, и вы эти условия подробные можете легко почитать сами на сайте. Вот, я считаю, что это классная акция, можно пересоревноваться, можно ее выполнить. Поставьте, пожалуйста, плюсики, смогли ли вы пройти по этой длиннющей ссылке, что-то пошло не так, или все-таки смогли, да, то есть вот. Также тут можно и скачать презентацию по Axiology, и скачать список продукции, которые участвуют в данной акции, да. В общем, смысл в том, что чем больше вы продадите, тем больше у вас шанс выиграть и получить денежный приз по 10 тысяч рублей. В каждом регионе будет определено 20 победителей, а регионов у нас с вами 15 регионов, по-моему, да, и там, конечно, уже огромное количество человек, да, будут получать призы. Да, приз можно потратить на продукцию компании, начиная со второй недели периода 17. Поэтому, дорогие наши продавцы, дорогие наши VIP-консультанты, вам такая классная акция. Для VIP-ов такая акция впервые, вот честное слово. Это наименование продукции, которая участвует в акции, да, то есть это будет все доступно в записи. Когда я выложу запись, вы можете сделать скриншот и оставить этот список продукции себе, если у вас что-то с Word, Excel не то, и список не будет открываться. Вот. И, конечно же, встречаем одежду для беременных, для новорожденных, для будущих наших мамулек. Я думаю, это здорово и классно. И давайте же с вами закрепим и уже будем расходиться. Что же положено новичку, который сделает 100 баллов на следующий каталог? Да? Подарки по программе Фаберлик Клуб от скольки штук? Кто ответит правильно на вопрос? Вот новичок сделал 100 баллов, сколько ему положено подарков на следующий каталог по программе Фаберлик Клуб? Наташа, молодец, 20 подарков, вы не ослышались никто, 20 гарантируемых подарков, 20 масок для лица. Да, если подарки подороже, то, конечно, уже поменьше, да, там есть и за 60 баллов подарки и так далее, да. Вот, ОС, денежная скидка за структуру или за свой заказ. Если взять пример цены России, то это 180 рублей. Это плюсом 10 подарков плюс 180 рублей. Далее все привилегии первого уровня. Это 70% на один продукт. Да? То есть, если вы возьмете какой-то дорогой парфюм, то вы там сэкономите рублей 500, да, грубо говоря. Далее это скидка на пробники, на все вот такое, да, и участие в распределении контактов. Да, вот у меня новичок в прошлом периоде только прошла тренинг, через 2 дня ей подписали человека, да, ей зарегистрировали человека. Она говорит: боже мой, Анна, спасибо за новичка. Я говорю: это не я. Она: как мне вы? Мне пришла регистрация. А кто? Я не регистрировала. Я говорю: а вот ты VIP-консультант, это тебе, боже мой, говорит, как классно. Да, то есть, вот, то есть участвуйте в VIP-распределении, и, конечно же, автоматом скидка у вас на все не 20, а 26% становится, да, только кроме одежды. На одежду нету 26% скидки. Также первый шаг стартовой программы, да, тут опечаточка, 2 подарка, это порошок и потом отбеливатель, да. Далее, конечно же, поздравления от проектов, потому что VIP-консультантов мы ежекаталожно поздравляем. И, конечно же, без вопросов, сайт от проекта плюс такой сайт, где вы можете сами постить свои посты, то есть у вас будет уже возможность редактирования своего сайта, да, то есть те, кто делают более 50 баллов, у них есть возможность редактировать свой собственный лендинг. У кого нету 50 баллов, да, у них нету, да. Где найти лендинг, Наталья? Ой, где найти тренинг? Так, тренинг. Сейчас. Так, сейчас надо зайти в личный кабинет. Скорее всего. Я уже вылетела. Пока не грузится из-за записи экрана. Так, вот, VIP-привилегии. И далее идет, станьте VIP-консультантом, получайте новые
Так, все. Сейчас копирую ссылочку. Вот тут все рассказано, какой тренинг надо пройти. Да. И в личном кабинете мои настройки, там поставить галочку, что я хочу. Только у вас оно будет эта галочка ставиться только после того, как вы пройдете тренинг. Итак. Все, да, я думаю, это здорово, я думаю, это классно. Вот, также у нас с вами быстрый старт. Если за полгода с момента регистрации все, кто зарегистрирован до 1 октября, смогут открыть уровень директора, да, то они получат двойной квалификационный бонус. То есть не просто 55 тысяч, а 55 тысяч умноженное на 2. Если за полгода человек успевает открыть золото, то он получает 55 тысяч умноженное на 2, он получает 27 500 умноженное на 2, он получает премию за серебряного директора 110 тысяч, тоже умноженную на 2, и он получает золотого директора премию, да, в размере 165 тысяч, умноженное на 2. Это не сказки, есть люди, которые это получили. Вот. Далее. Не забываем, что компания Фаберлик – это кислородная косметика номер один в мире. Нам принадлежит патент, это гениальная, извините, разработка советских ученых, эмульсия пертугрирот, которая способна захватывать кислород из воздуха и доставлять его в глубокие слои кожи, благодаря чему клетки кожи молодеют. Вот, далее, конечно же, у нас проходят классные такие мероприятия, где, ну как сказать, да, на работе по найму штраф не получили, и хорошо, да. А если, да, хорошо, Леночка, посмотрю, а если, к примеру, компании Фаберлик, вы открыли директора, да, вас никто не подсидит, вас еще наградят, вам еще и премии дадут, да, это, конечно, здорово. Мы с вами развиваемся в 42 странах мира, сотрудничаем с экологическим движением ЭКО, которое зеленяет нашу природу, также сотрудничаем с кинологическим центром, акция называется «Дари добро», помогаем деткам с ограниченными возможностями, да, то есть несем добро вместе. У меня есть и Умка, и Гела, и Плюшка, вот эти вот, да, щенята красоты хорошенькие, да, и большая собачка у меня есть, да, мы это все уже разобрали. И, конечно же, вот на днях мы уже через неделю улетаем в Доминикану, в Доминиканскую Республику, потому что мы открыли новое звание. Да, вот. Также компании Фаберлик принадлежит собственная фабрика в Москве, которая занимает 45 тысяч квадратных метров. Вот, также собственное производство у нас выпускает 300 миллионов продукции в год. Это просто такие суммы, которые я даже не могу представить, да, чисто физически не могу представить. Обязательно нужно знать, что вся наша продукция разработана в собственном центре научных разработок. Да, цестируется по ГОСТам, СанПинам наша вся продукция. Вот, и, конечно же, у нас есть собственная микробиологическая лаборатория для клинических исследований. То есть все патенты, которые компания Фаберлик, как сказать тогда, приобретает, это свои личные патенты, это свои личные разработки. Также компания Фаберлик очень много получает постоянно наград различных. Ну и, конечно же, спасибо вам за понимание. Отсидели, как обычно, 1,5 часа. Итак, иду в вопросы. Ань, 5 новичков в первую линию. Дашенька, да. Участвуют все. Андрюша, да. Актуальный вопрос из чата 19-18. Оксана Саламантина. А если новичок зареган в 13-м каталоге, а первый шаг сделан в 14-м, то будут деньги? Ой, вот даже не подскажу, надо писать в обратную связь. Не спрашивала. Так, чтобы парфюм забрать, надо заказ делать. Да, Оля. Аня, если новичок в этом каталоге воду не возьмет, в следующем же он не потеряет. Он потеряет, если у него не будет оплаченных заказов. Пусть он сделает минимальный какой-нибудь заказ, чтобы его вода ждала. Ну вот, в принципе, и все. Все, всем спасибо. Если еще есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, а я пока поставлю на запись. Да, то есть сниму.